Для Алания наружу дом очень важно. Вот таком красота должно быть. Наши застройщики стараются, чтобы наружу дом, чтобы красивее было, такой эстетический был. Как правильно сказать, я не знаю, что у нас действительно, как-то мы здесь ходим в Алании, глаза просто радуют. Радуют глаза. Счастье получаем, потому что все дома разные, друг друга отличаются, наружу очень красивые, поэтому архитектура очень важна, друзья. Так что, друзья, с вами Асим, компания Arbatoms, находимся с вами в городе Алания, район Махмутлар, друзья, и отсюда море буквально 400 метров. Хочу с вами сейчас поделиться одна шикарная, большая квартира. Только, к сожалению, сегодня у нас вот эта квартира без мебели, без бытовой техники продается, чтобы у вас представление было. Друзья, иногда вы меня спрашиваете, как-то квартира продается, что выходит стоимость с ремонтом или без ремонта продается. У нас вообще с ремонтом продается, друзья. У нас нет такой только там колонну и без ремонта у нас не продаются. У нас такой понятия даже нету. Продаются, как сейчас я вам покажу, в таком виде продаются. Кухонный мебель, вот это душевая кабина. Вот так продаются. Вам только нужна мебель и бытовая техника. Так что, друзья, еще раз напоминаю, скоро будем Днепра. Если из вас кто-то нас смотрит из Днепра, можете записываться заранее для индивидуальной встречи. Так что комплекс красивый. Комплекс в самом деле, друзья, очень красивый. Мне очень понравился этот комплекс. Как-то здесь мы раньше были, здесь просто пустая земельный участок была. Но сейчас совсем другой республика, здесь как будто родился такой новый республика, здесь очень красота. В самом деле, друзья, я так смотрю, вот это огромный большой балкон. И качество, действительно, очень качество и богатая инфраструктура. Здесь огромный большой открытый бассейн. Там еще один бассейн, где горки будет. Это совсем новый дом, свежий. Только что вышел из пекарни, дорогие друзья. Очень свежий дом. Так, еще есть открытый бассейн, тренажерный зал. Еще есть детская игровая комната. Парковочное место тоже есть, друзья. Тихо, спокойно. Место, в самом деле, друзья, место отлично для любителей места. Я люблю вот такой тишина. Я не знаю, как вам, но я люблю тишина просто. Очень нравится мне больше всего качество. Специально я приехал заранее, потрогал, пощупил и проверил качество. Отлично. Молодец. Турки, молодец, наши застройщики, друзья, действительно. Поэтому я вам хочу сказать, друзья, если вы только что рассматриваетесь купить недвижимость, зарубежную недвижимость, особенно в Турции, очень важные два пункта есть. Я опытный человек, 13 лет на рынке, у нас есть 3 офиса, у нас есть свой собственный проект тоже, поэтому это мой опыт. В первую очередь, друзья, важно Место расположения, дорогие друзья, однозначно. Для чего это нужно? Для перепродажи, если хотите потом перепродавать. Если хотите задавать место, все это место работает, друзья, и потом отделка качества. Отделка качества очень-очень важна. И третий пункт, если будет богатая инфраструктура, это большой плюс будет, дорогие друзья. Итак, здесь 110 квадратный метр, одна квартира. Сейчас будем смотреть угловые просто на юг и запад смотрит, друзья. Юг и запад очень хорошую сторону. После обеда солнце светит и хорошо продувает как-то угловые. Вот такая квартира, дорогие друзья, 110 квадратный метр. Первый этаж, по-турецки, по-русски, второй этаж. Вот покажи, пожалуйста, аппарат. Вот на первом этаже инфраструктура есть. Это уже первый этаж получается, по-русски второй этаж, друзья. Итак, поэтому это очень важно, место расположения и расположение квартиры, дорогие друзья. Какая цена?
80 тысяч евро, друзья. 80 тысяч евро. Такая красота. Давайте теперь мы с вами поднимаемся и посмотрим наше сегодняшнее предложение. Все зависит от места расположения, друзья. Действительно, сейчас хочу с вами поделиться одна большая, красивая и качественная квартира, дорогие друзья, но цена очень адекватная, действительно, друзья, очень дешевая одна квартира с вами для такой большой площади, для такой качества, друзья, и для такой большой балкон, друзья, так что 2+1, 110 квадратный метр, огромный большой балкон, друзья, и, конечно, еще богатый инфраструктура, крытый бассейн есть, парковочное место есть, есть два открытых бассейна, друзья, и тренажерный зал, еще что-то нужно для комфортного жизни, друзья, все есть, тихо, спокойно, место от нашего офиса тоже недалеко, друзья, это уже отсюда 400 метр до моря, так что, друзья, недвижимость в Алане очень разная, друг друга очень сильно отличаются все районы, поэтому все цена тоже отличается друг от друга. Если здесь такая цена, рядом, возможно, совсем другая цена будет, потому что все зависит от качества, друзья, зависит от места расположения. Вот такое качество. Вот видите, покажи, пожалуйста, оператор поблизости. Огромный большой диван из стекло. Очень качество. Все это ваши деньги, друзья. Вот оплачиваете, деньги куда идет? Вот без мебели продаются, друзья, без мебели. И на первом этаже высокий первый этаж, по-русски это уже второй этаж, друзья. И, конечно, я вам говорил, качество отлично. И панорамное окно, здесь тоже огромный большой панорамное окно, без бытовая техника, без мебели продают, дорогие друзья. Итак, вот в таком виде, потолки очень высокие, можно там дальше? Вот, потолки высокие, самом деле, друзья, еще качество, конечно, и без де, вот эта плитка, короче, вот этот камень, очень дорогий камень получается, давайте с вами пройдем. Электричества нету, потому что еще не оформлено, еще никто не купит, поэтому электричества нету. Это общий санузел, друзья, 110 квадратный метр, район Махмутлар, город Алани, друзья, перехожий такой шикарный, большой, действительно широкий. Вы можете сюда шкаф поставить, либо с правой стороны тоже можно поставить, огромный, большой, и потолки, вот потолки здесь. Подсветка идет, вот это сразу напротив детская комната, где есть французский балкон, большое окно, поэтому светлая квартира, дорогие друзья, где спальная комната, ламинат, вот это все ламинат, и я вам говорил, ламинат и потолки высокие, качество отлично, на самом деле, друзья, очень качество, так что... Если вам нужна более подробная информация, мы для вас можем онлайн снимать и показывать. 110 квадратный метр на первом этаже. Это уже родительская комната, друзья. Здесь тоже панорамное окно. И здесь еще санузел есть, друзья. Родительский санузел. И, конечно, я вам говорил, вот это все продумано. Немножко темновато, но ничего не страшного, друзья. Если вам планировка, есть вам место, расположение понравилось для вас, мы готовы онлайн снимать и показывать в самом деле, друзья. Итак, вот видите, огромный длинный коридор, вот это можно дальше, огромный, она простая, но очень красивая в самом деле, друзья. И сразу здесь открывается зал вместе с кухней, еще огромный большой балкон. Балкон мне очень понравился, больше всего балкон, друзья. Итак, что мы с вами смотрели, друзья? Смотрели с вами 2+1, 110 квадратный метр, район Махмутлар, море отсюда буквально 400 метр, недалеко все магазины, продукты в магазин, все близко, здесь только здесь немножко тихо, спокойное место для любителей, место, друзья, мне очень-очень понравилось здесь
отделка качества, друзья. Отделка качества в самом деле очень хорошо, друзья. И, конечно, теперь вам нужна сена. Правда? Сена. Какая сена? 80 миллиров. Как он так говорит, я тоже так буду говорить. 80 000 евро, 80 тысяч евро, друзья. 80 тысяч евро. Если вам нужна более подробная информация под видео, есть мои контакты, пишите, звоните, с вами был Асым. Скоро мы где будем с вами? Будем Днепра, 5-6 будем. Днепра, дорогие друзья, если вам нужно, интересно, как правильно приобрести недвижимость в Турции, в городе Алане, либо в Мерсине, можем с вами индивидуально там встретиться и поговорить. Для этого вам нужно заранее записываться. Всем удачи, пока-пока.